Вон, глянь, еще саркосыфа сколько. Так, ну, короче, доехали мы на мангуб. Вот, здесь нас встречает такой грибочек под названием саркосыфа. Вот, это съедобный грибочек. Мы его сейчас соберем. Вот. Вот он. Сейчас я... Опа. Это уже не первые наши находки сегодня. О, да, вон, смотри, сейчас. Еще вон торчат. Сейчас, секундочку. Да, его дрожалочка. Позже палочка, сейчас я сниму. Вон какая лень. Саркосыфа, да. Вон. А вот она дрожалочка. Ну, дрожалочку мы, наверное, брать не будем. А ее прям сразу кушают, дрожалку. Ну, то пусть кушают. Я маньяк, конечно. Так, вон такие огонечки лесные. Собирай. Надо видео хочу сфотографировать. А, ну тогда фотографируй. Ну, а давайте, давайте подложу как бы эту красавицу. Вот. Будет уже постановочное фото. Ну, как бы. А вон еще сзади. Да, вот я пакетик. Надо было же, говорю, как бы этот. Лучше ведерко взять. Вот она еще одна. На этом. На веточке. Опа. Зацепилась-то как. Так. Ну что, посмотрим дальше. Вот такая вот прелесть. Сегодня у нас 19 марта. Грибочки уже начали выходить. Что у нас тут? А вот еще саркосыфа. Опа. Такая-то уже, видать, морозом прибитая. Так. Добрала? Да. На тебе еще. Так. Ну вот не зря, видишь, что я привезла сюда. Да. Ну, зато мы сегодня посмотрели речку черную. В лучшем ее виде. Машинки ездят. Так, ну. Что у нас тут? Ладненько, будем собирать дальше. Может, сейчас на жареху себе насобираем. Вот такая прелесть. Так. Вот какая она. Вот она еще. Да. И вон. Видите, красненькие. Вот это грибы. Вот, да. Это грибы. Господи. Я думал, это цветы какие-то. Нет. Вот грибочки. Красота. На, глянь, сколько. Первые, да, тут много. Угу. Вот, смотри. По ядовитости они как... Они съедобные. Они съедобные абсолютно. Да. Угу. А мы вот так... Ну, интересно. Когда живешь, а потом только грибной запах. Весенний лес нам дарит подарки в виде саркосыфы. Ну, начинаем мы вот с таких вот маленьких чашечек. Начинаем двигаться вот к таким уже чашечкам красивым. О, дальше. Вот еще чашечки. А теперь смотрите. Вот это какая красота. Это саркосыфа. Вот. Вон сверху дрожжалочки кусочек торчит маленькой. И вот чашечки. И вон чашечки. И вон какая крупненькая торчит. Вон, глянь, какая чашечка. Тоже. Подходи, Алексеевна, помогай. Помогай, помогай. На. Какая прелесть. Так. Так, ну не хочет нас саркосыфа отпускать. Мы бы уже рады бы и в машинку сесть. Но... Только тут что-то набросано было. Вот такая вот
чашечка. О, какая прелесть. Вот так выглядит грибочек. У нас вот он. Дальше пошли. Вот какие чашечки тоже у нас торчат. Вот она. Ой, сейчас сюда положим. Вот такие. Дальше. Где-то вот сюда. О, вон тоже. Такие чашечки. Ух ты. Еще вот и вот. Так. Такая ровненькая вообще. Красавица. Ну, это чашка. Надо ее аккуратно. Тут тоже. Это все саркосыфа. Накладненько. Буду ее собирать. Ну и так, результат сегодняшнего конца нашей прогулки. Вот пол ведерка саркосыфы. Вот такие у нас, в принципе, красивенькие чашечки. Руки, правда, от нее грязные. Вот. Здесь вон дрожалочка. Тоже желтенькая. Красавица. Дрожалки, кстати, много, но еще такая миленькая вся. Ну вот. Вот такой весенний лес. Вот такая прелесть. Мы уже на дороге. Вышли из лесочка.